Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress at Info, и в этом видеоролике мы вам покажем, как включить автояркость на LG Q6. Автояркость довольно-таки полезная вещь, так как автояркость регулирует яркость на вашем телефоне, как бы это банально ни звучало, автоматически в зависимости от окружающего освещения. К примеру, если в комнате, в которой вы находитесь, темно, то экран ваш, соответственно, тоже будет темным. Если же вы где-то на улице или в комнате очень светло, то яркость будет увеличиваться. Автояркость включается в панели управления, то есть мы дважды или даже разок свайпаем здесь. Да, разок, дважды не нужно. И здесь, где у нас ползунок, с помощью которого мы меняем яркость, справа есть кнопка «Авто», которая будет теперь регулировать нашу яркость автоматически. Я же отключу этот пункт, потому что она будет портить мне картинку. На этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!